Недавно стартовал Кубок Израиля по латиноамериканским танцам. Танцорам приходится на пути к участию в этом престижном конкурсе преодолевать немало препятствий и проблем. И главное из них – финансовое. Рассказывает Дарья Нинахова. Полчаса до начала. Яна Падалка и Дэвид Коган испытывают паркет перед соревнованиями Кубка Израиля по латиноамериканским танцам. Их пара тренируется вместе всего несколько месяцев. Говорят, уже успели станцеваться. В гримерке тем временем привычная суета. Около 50 пар готовятся предстать перед судьями. Состязания проходят в двух категориях – стандартная европейская и латиноамериканские программы. У Яны и Дэвида есть шанс показать хорошие результаты, когда их заметят и, возможно, начнут продвигать. Танцевальный спорт – один из самых дорогих в мире. Мама Яны, Лена, говорит, за 12 лет, пока ее дочь танцует, она не пожалела ни об одном потраченном шекеле. Поначалу это был просто кружок. Это не стоило больших денег, кроме месячной оплаты. Вот. Но когда уже стали появляться какие-то результаты, захотелось еще каких-то больших продвижений. Каждое платье стоит около 10-15 тысяч шекелей. Таких нарядов у танцовщицы в год должно быть не меньше 4. Лена признается, им повезло, она сама шьет дочери костюмы. Помимо прочего, Яне помогает армия. У нее статус спортсмена-отличника, дающий возможность получать небольшую финансовую помощь. Денег хватает разве что на оплату месячных занятий в школе, что говорит о туфлях в среднем 500 шекелей за пару, поездках на соревнования, частных уроках и прочих расходах. Оценивают пары профессиональные судьи, и среди них Слава Аджидерский. Яна и Дэвид танцуют в его школе. Его воспитанники в финале кубка заняли 4 место. По словам Славы, Израильская федерация спорта предоставляет субсидии только 3-4 парам в стране. Им оплачивают участие в соревнованиях, костюмы, дополнительные занятия с частными тренерами. Все остальные танцоры вынуждены тянуть эту ношу сами. Как они выживают? Как вообще что выживает этот спорт в Израиле? Ну, выживает, он именно выживает. Это то, что мы делаем. Слава Богу, сейчас появилась последние, можно сказать, лет 7. Очень большая помощь от АЕЛИТ, это организация по неолимпийским видам спорта. Они очень помогают самым результативным ребятам. Танцевальные пары все время находятся в поисках спонсоров. Многие спортсмены вечно...